Это не пиво, это напиток, я сам его говорю. Вода с лимоном и сахаром. Привет, Вика. У меня есть борода. Ну да, что-то отросла. Размер 42. Немноженько. 45. О, сейчас мы это прикалимся. Приколимся сейчас. Я туда бахну. Короче, что-то это глючит. Мэтр глючит. Отец, ну я отец, да. По бумагам. А вот еще одна. Пошли. Я и мать, и отец. Даже музыка, вот, видишь? Где пропадал? Блин. Где-то далеко. Thank you.
Я говорил, что умею готовить, а я не умею. Не, ну я не про. Ну что-то могу. Ну как, все могу вообще. Не смешно. Я залип просто, короче, в картошку, на самом деле. Просто надо все поочередно делать, понимаете? Поэтому надо, короче, ускориться. Короче, чё спрашиваете? Вопросы, блядь. Ржёт, режет, круто. Да, вообще пиздец. Супчик просто будет божественный. Еще, наверное, да, на картошку? Да, все правильно я сделал. Раз, два, три, четыре. Аутскульный фильм какой-то у меня идет. Я так стараюсь, да, когда режу? От души, потому что... Ладно, это не помешает. Так, ну что, я загрузил сюда картошечку, лучок, морковочку. Все вроде. Вроде ничего не забыл. Курица у меня так сварилась. Чуть-чуть. Теперь можно чуть-чуть так и потом крышку накрыть. Алена от кого беременна? Ну, явно, наверное, от человека. Не от Святого Духа же, правильно? То есть уже полдела сделано. Угостить супчиком? Мне не жалко, конечно. Вообще бомба.
Гейджи или Хабиб? Они не дрались сразу? Я предвидел бой, походу. Гейджи победит. Сломает ногу Хабибу. Ну, как сломает. Повредит очень сильно лоу-киками. Что-то гуще много. Адрес? Дворцовая площадь у колонны. Растральная. Знаешь такие места? Самое вкусное, которое тебе готовили из девушек, и кто это был? Блин. Блин, не знаю. Честно, даже не могу представить. Я не пью вообще. Это... Видишь, это лимонный напиток. Я сам его сделал, просто перелил в бутылку. Видишь? Это не пиво. Я не пью. Вот, покажу. Неожиданно, да, друзья мои? Полина, удивил я тебя сегодня? Реклама КБ. Сегодня мы пошли в красно-белое. И нашли там прекрасные бокалы. Берите их в наборе с напитками, и ваш вечер будет лучше. Готовят любимым? Почему? Не всегда. Это же искусство. Вообще не занимаюсь. Так, а что я хотел? Все, накрываем крышечку. И на средний огонек, да. Сейчас будет супчик просто. Просто. Так, а глаза говорят другое. А что они говорят? Я же вот показываю, что в стакане.
Иллюзия обмана. Как дела, как там погода в Санкт-Петербурге? Твоя лучшая форма? Моя лучшая форма? Всегда. Я всегда в лучшей форме, мой друг. Еще раз буду ли отцом? Скорее всего, да, чем нет. Когда-нибудь я стану еще раз. Башка кипит. Массаж головы у меня сейчас. Вот это просто лысая голова. Если признали, как это приятно. А если руки холодные, то просто... Был кто-то в жизни из девушек, кого любил больше себя? Как все. Ну как любил? Влюблен был. Больше, чем... Чувства были сильнее, чем к себе всегда. К себе чувства особо не было никогда. Я только побрился. Смотрите, это просто голова. У меня фильм отстает. Может быть. Почему не пойду на бои на голых кулаках? Почему не пойду? Давайте пойду. Лучше в перчатках, конечно, у меня как руки разбиты. Нет. Надо организовать бой. Готов делиться гонораром. Я себя не люблю. Я себя не люблю вообще. А, видишь, это не пиво. На топ-дог. Кошку дьявол вселился. Люцифер в кошку попал. Чай его сгони. О, опять звук. Не занимаемся. Я не понимаю. У вас так же? Мне интересно. Воды столько не пьют, почему? В смысле, воды столько много не пьют? Ты о чем, малыш? Расскажи-ка мне. Эфир 50 минут, да, получается?
Чего я молчу, не отвечаю на что? Я как не отвечаю? Битва за хайп закрылся, конечно, там слабаки одни. А то как? Он говорит, Рибок, Рибок, Агорочек, и Пеледик. Видимо, что-то курил и сушит. Нет, я не курю. Илюш, ты добрый, репост в сторис. Надо посмотреть, что за информация. Сойдусь ли я с Аленой? Вот вы ответили мне на вопрос. Такое вообще возможно? Лям. Давай, брат. Баксов лям, и, короче, я рэпером стану. Я буду просто так раскачивать жестко людей. Еще пацанов возьму. Ну как? Таланты вообще есть такие. Я хочу тебя. Я Ильина, с Владивостока, мне 39, но еще в форме. 39, а еще в форме? Прекрасно, малыш. Оставайся всегда в такой же форме, прекрасно. Оставайся всегда молодой и счастливый. Ну ты же говорил, что ты с ней гулял уже сейчас, когда кто, с кем я гулял, кто сказал, что за бред? Да, я очень сильно дочку люблю. Зрелая. Я не знаю, что это слово означает, если честно. 39 лет, ты сказал у тебя? Нет, зрелая, конечно. Бесспорно. Мы все зрелые. Поэтому... Где папа, мама? Был. Зачем ты такой зло? Зачем как собака? Давайте. Ну, какой повесил? 39 старая. Застрелила в зубе, короче, хер какая-то. Кажется, что есть где-то башистка. Я не буду ковыряться, конечно, сейчас, но чтобы нагрело душу. Ладно. Когда я уже женюсь? Скоро очень. Если вообще женюсь когда-нибудь, то очень скоро уже, в ближайшее время. Yeah.
Ну, вот такая борода у меня, значит, отросла. Не было, да, по-моему, у меня что-то такое борода? Ну, блеш, естественно, как бы. Здравствуй, дорогой папа. Вот так я выгляжу при свете. Дня. Глаза вот, кстати, пожалуйста, мои. Потому что думаешь, что ты хуй. Честно. Женюсь, я на тебе. Давай пообщаться. Это возможно. Дима тоже обрадовался. Потому что когда пришло письмо... Ну, можно у Доты вот это сейчас. А раньше она говорила, что ты Лёшенька пока. Алло. А я все равно... Здорово. Здравствуйте. Давно тебя не было видно в нашем эфире. Здравствуйте, здравствуйте. Любишь работать язычком, тебе написали? Кто? Техномайя Сомайн тебе написал. Может, это тебе написали? Не. У тебя, кстати, глаза, ты плакал, что ли, Лёх? Мне кажется, тебя комары покусали опять, тебя же аллергия, да? У меня нормальные глаза, вот смотри. Да не, комары покусали по-любому ночью, пока спал. Не они люблю. Как увидели твой пресс, такие, уах, бля, он его постоянно показывает, полетели его кусать. И что, блядь, искусали тебя, все, блядь, глаза покраснели. Аллергия просто, КБ, вино. Реклама. Бля, она открыла Америку только что. А? Она открыла Америку. Кто? Ну вон там, он обкурился. Да он не курил, он плакал, бля, всю ночь нахуй. Это вы, блядь, так поживете вообще, вы тоже поплачете. Илюха всю ночь плакал. На фонтанке. Сколько? Ты что, умер, Илюх? Сколько за день? Видишь, опять плачет, бля, сидит, нахуй. Я говорю, он плакал. Сколько сегодня? Это какой-то фаршивый. 14 лет, это гадюк. Поэтому, блядь, это... Да. Который старуха... Илюх, плачь. Ты как хотите, а я иду в милицию. Плачь, Илюха, блядь. Все ждут, нахуй, твоих слез. Фу, блядь. Ай, блядь. Он плачет без повода постоянно. Его же Либерж бросила, поэтому он плачет. Либерж вообще сильная была подруга его. Да, пиздец. Я, вы не в бренде. Ленок, зато вы в бренде. Где бренде? Вон, Ленок писал, Илья, вы не в тренде. А что такое бренды? Тренды? Ты не знаешь? Да. Типа Луи, Гуччи, типа? Нет. Это типа BMW, Mercedes. Да ты шутник, блядь. Да не, я просто сейчас сделаю пиздатую. Так а что ты делаешь? Покажи обстановку вокруг. Обстановку? Я приехал на тренировку. Сейчас, подожди. Ну, покажи обстановку. Видишь, у меня там вон поле, сейчас я пойду переодеваться. А, нихуя, у вас светло еще? Конечно. Светло. Вот я тебе буду показывать дуб. Это дуб или что вообще? Ну, короче, какое-то дерево. Не, себя надо показывать. Зачем? Я же такое же дерево, как это дерево, нахуй. На отличие не имею. Ну да, ты, в принципе, да. Как бы, сейчас. Показывай. Член? А? Снизу типа член ниже, меньше, чем у тебя.
Только у меня вообще мелкий, у него еще меньше. А у меня вообще прыщик, я его выдавил в детстве. Я подумал, что это за хуйня. На ровном поле прыщ растет. Я, блядь, ёбнул его плоскогубцами. Ну а как по-другому в этой жизни? Как вот еще? Ну, короче... Короче, я вот сижу и просто, ну, хлипаю очень жестко. Да я вижу, у тебя ты плакал просто всю ночь. Поэтому... Я плакал, сил, да, поэтому. Сил нету, ты можешь... У меня это, понял, осталось после этого. Остаточное чувство, понял, осталось, я доплакиваю. Типа. Осадки, осадки от Москвы пришлось убить их. Ах ты ж, сука, прикинь, блядь. Я упустил тиран только что, я видел. Прикинь, на крышке дырочка такая, из нее пар хуярит, и я под нее прямо руку. Вообще охуенное чувство. Охуенное, ебалом так сделай. За 100 баксов сделаешь? За 100? Нет. А почему я? Техномагаз онлайн, кстати, прикольная тема. Как? Трейчо. Трейчо магаз онлайн. Хуя. Или нет, нормально. Чё? Чё за магаз? Да, ну тебе там пишут какой-то трэш, магаз онлайн. Нож тупой, ну и хозяин, да, вот пиздец. У тебя там милашка Настя зовет на дом 2. Милашка Настя, или я пошли на дом 2? Или ты Миша Настя 66? Пойдем. А давайте дом 3 создадим в лесу. Выжить в московском лесу. Давай создадим передачу, Юлю. Выжить в московском лесу. Выжить в московском лесу? Ну да, знаешь, как это? Только с палатками. Давай. Давай, блядь. Не, знаешь, что я хочу на самом деле замутить, брат? Реально, без шуток. Я хочу пойти, короче, понял, по миру. Пешком хуярит. Умереть хочешь? Нет, пешком пойти. Пойти помирать, я думал сначала. Рассветку пешком пройти. Такую хрень. Слушайте, нет, мы, наверное, блядь, умные. Чё? Давайте поговорим о долларе. Давайте поговорим про Фургала. Я, мы, фыркал. Знаешь, так? Илюх, реально, вон там новость кидают. Дурдом 2 давай. Илюх, я придумал тебе бизнес, смотри. Давай. Сделать бизнес-план. В ислам? Да, мне надо в ислам. А? В исламское государство? Нет, тебе нужно, знаешь, что сделать? Выпустить майки. Я, мы фыркал и ебало кота. Бля, меня заебало тут меня, короче. Музон твой охуенный? Не, музон пиздатый, а у меня застрял зуба, блядь, хуйня какая-то, пиздец. Ну ты попроси Антоха, он придет тебе, ёбнуть. Блядь, он интересно смотрит сейчас, нет? Кто? Антоха. Вы кто, сударь-гость? Я царь вообще-то, пушка. Отправь ему, слышь, мой прямой эфир сейчас. Кому? Андохе. Андохе? А можно конференцию сделать? Конференцию? Я не знаю, как ее делать. Знаешь? А я понял, что такое. Ты видел когда-нибудь? Че? Ты такое видел когда-нибудь? Какое? Ебать, меня ебало прилетело. Итак, мы находимся в Беруте. Тут пиздец. Царь Пушка. Кто царь? Да, вон царь Пушка. Короче, ладно, я заебался на самом деле. Я все, короче. Сейчас что буду... Что? А, ты в микрофоны. Ничего себе, ты в микрофоны говоришь? Конечно, я же, блядь, из новостей. Ты не знал? Нихуя себе. Мы пришли в гости к... А что, расскажите, что сегодня случилось с водкой дня? Будьте добры. Водка дня, ну, один парень грустный решил
убийца комара не убился, и вот сидит, жрет чипсы. Вся сводка моего дня. Угу. В Беруте пиздануло ядерное оружие российское еще. Илю, где Антон? А? Где Антон? Он пропал. Он от тебя пропал, скрывается нахуй. Да, он тебе отвечает? Он думает, что ты его изнасилуешь, наверное, просто. Берут не смешно, блядь. Я и не смеялся, сейчас сводка дня была, что смешного, блядь. То, что там пизданула бомба, там не смешно. Илю. Короче, чё? Ты должен напоследок всем хуй показать и уйти. Стандартная твоя схема. И мне не надо, блядь. Как только бухать и иметь пресс. Ну просто он бухает, блядь, лёжа. Он бухает лёжа, за стопкой поднимается к столу, блядь. Чё непонятно? Лёх, ну грудак у тебя просто, знаешь, как он... Как да похуй, я... Да мне похую вообще. Грудак у тёлок должен быть, блядь. Ну... А у тебя пердак должен быть, и всё. Это станок, Лёха, станок. Слышишь? Короче, ты что, в Питере или в Москве сейчас? Я что-то не понимаю, по фоткам ты туда-сюда шастаешь, как путана, блядь. В Москве. В Москве уже живу полгода. Ты пиздишь, никто не... ты пиздишь мне полгода, блядь, уже. И никто не знает об этом. Да ты пиздишь. Ты в Бейруте живешь. Старые фотки из Питера, короче, выставляю, понял? Ага. С хуем голым. С одной и той же хаты. В одном и том же месте. Бульончик, бля. Бульончик, бля. Бульон из-под бляди, что ли, пьешь? Ладно, мэн, все, я, короче, не могу больше находиться в прямом эфире. Можешь, говори, расскажи какую-нибудь историю телезрителям. Ой, телезрителям, блядь. Инстазрителям, блядь. Да не. Лишь я понятие... Я понятие новое. Ты винище пьешь? Чтоб сушняк сбить? Нет. А чё, пьёшь водку? Ну ты, в принципе, водку так пьёшь, блядь. Ничего. Она у тебя уже просто заходит, как вода. Вообще, я прямо ещё причмокиваю, понял? Да ты как горд церковного взял, бля, на халяву и долбишься дешево. По-любому, блядь. Как гор, блядь. Чисто взял как горчику, блядь, знакомых в церкви. А ты чё про церковь-то? Ласты клеишь. Ты чё в церкви, блядь? Я не пиво пью. Чё, кто вот зачем говорит, что я пью пиво? Я пью, блядь, напиток, который сам сделал из воды, сахара и лимона, блядь. Сахара, воды, лимона, водки и текилы. Не пиво. Вот так. Не пиво. Коктейль называется «Бог любви». Бог стояк. Начинает день. Бог любви начинает день. Да? Чисто сушничок сбить пивасом, да? Слушай, а ты не думаешь водки ёбнуть? Как тогда бутылку, помнишь, ты при мне в прямом эфире не пошёл? Тебя не было в эфире. Ты чё, ебанутый? Ты мне звонил, блядь, по фейстайму, да. Почему там, нахуй, ты при мне хуярил 0,5 или 0,3, там, блядь, залпом. Не, ну, 0,5 точно, я бы сдох на месте. Что, блядь? О, Фил подключился, видел? Чё за Фил? Мой брат. Не видел, давай его в эфир. Где он? Как его добавить, блядь, в эфир? Нахуй? А как его зовут? 820? Да. Давай, все. А, не, как его? Втроем нельзя, ты ёбнутый. А, блядь, я же с тобой разговариваю, блядь. А, ну ты, в принципе, такой немножко. Я понял, кто ты, Джиган. Джиган Лимон, мальчишка симпатичный. Ты Джиган. С тобой хочу, блядь. Джиган Лимон, с ума сводил отличный. Слышишь? А чё это, как Рустам? Как Рустам, он обижен? Рустаму я кидал запрос, он засался на эфир.
Я думал, что он застал, что, блядь, стрелку ты ему забил за костюм Филипп Плейн, отжатый. Ты заржал костюм у нее, я слышал, он мне писал, просил, да, что ты вернул. Не только... Он говорил, блядь, я его там кусал за колбасу, нахуй, он костюм отжал в этот момент. Я еще отжал у него кое-что. Его девственность? В сраке? Нет. Короче, не, не футболист. Американский. Он никто. Он никто. Футболист. Я никто. Он пустота, вон, видите? Я он... просто игрок в Call of Duty. Где? В колде. Где в колде? И хорошая парень, вон Илюха загорел, он каждый день ходит по этому, как его, по Невскому пресс показывает всем, какой он накачанный МакГрегор. Лысый. Ты старый МакГрегор, я понял. Ты такой, знаешь, как бы армеец прям чисто. Сейчас ты на армейца похож, пиздец. На кого? Ну, как будто курсант, нахуй. Так я и есть. Я ж, меня же в армию забрали, я просто дома живу. На ночь оставляю, остаюсь на ночь, потому что меня бьют там ночью. Потому что меня бьют в этой, блядь, в казарме. Ты врешь, тебя насилуют. А что делают? Насилуют. Не показывай, нахуй, блядь. Твой пресс заебался, я уже, блядь. Просто как в сторис не зайдешь, ты просто хуйню занимаешься.